мне, это директору. Это директору, это мне, это директору, это мне, это районо. Это директору, это районо, это директору, это районо, это мне. Это на шторы. Да. Стучаться надо! Ой! Ой! Вы по поводу двойки вашего сына? Именно. Плохи дела у вашего сыночка. Приходит на занятия совершенно неподготовленный. Вот Димочка Зеленов, он молодец. То на ремонт класса денежки принесет, то путевочки учителям подарит. У него все пятерки. Понятно. Ну, что ж вы, Семен Вальдемарович, вы же успешный человек. Вы же победитель проекта «Махач экстрасенсов». Вы должны понимать, что в школу надо приходить подготовленным. А я подготовился. О! Это что? Кукла Вуду. Оп! Что происходит? Сейчас объясню. Рац-тац-тац. Что вы делаете? А сейчас мы берем журнал. Журнал? Берем ручку. Я прошу вас. И пишем моему сыну 12. По всем предметам, на всю честь. Прекратите, говорю! Все! А нет, еще Зеленову. Двойки! Двойки в четверти! На всю четверть! Все! Плохой Зеленов! Плохой Зеленов! Плохой Зеленов! Плохой Зеленов! Я это, короче, хотел... Какие люди! Здрасте! А что это за хрень? Помогите! У него кукла Вуду! Правильно. У меня две куклы Вуду. Перестаньте! Она что-то не работает. Чувствую сильное защитное поле. Это защитное поле называется водка с портвейн. Отберите у него эти куклы. А вот мы. Ой-ой-ой. Сама можно зайти. Что вы делаете? Что вы делаете? Прикол. Перестаньте. Прикол. Ух ты. Что вы прекратите? Слушай, я... Хотел вам давно сказать, я вас очень сильно люблю. Ну, вас и водку с портвейном. А я не знал, что вы такое можете. Это вообще-то не я, это кукла Вуду. Да ладно. Кукла у меня выпала сразу, как только вы меня обняли. Ладно, чё ты? На троих. Здрасте. Тест на беременность. Быстро. Вам какой, импортный или наш? Любой. Дешевый. Наш. Только быстро. Да чего вы так спешите? 5 минут в этом деле уже ничего не решают. Не умничай, быстрее давай. Вот. С вас 25. Как им пользоваться? Женщины знают. Как им пользоваться, сука? Извините, пожалуйста, что вы здесь орете так? Как этой штукой пользоваться? Пописать на него надо. Ты мне еще шутки тот шутень водишь? Да я серьезно. Где туалет? Вы что думаете, что вы... Там. Странно какой-то. Больной! Я предупреждал, что нужно охрану ставить. Да, ну... Младший сержант, это что означает? Что? Две полосочки. Это невозможно. Что это значит? Что вы беременны. Поздравляю. Ха-ха.
так? Я думал, он от сидячей работы растет, а оно, оказывается, вот оно как! Вы, конечно, простите меня, но это невозможно, это какая-то мистика. Это есть мистика! Не надо было этого колдуна останавливать. Ну, знаете что, колдун, конечно, колдуном, но для беременности нужен определенный процесс. Он этот процесс и наколдовал. Сначала я остановил кортеж президента, а на следующий день кортеж главного бандита города. А он у него еще длиннее. Кто длиннее? Кортеж. Я теперь даже не знаю, кто отец. Извините, я предлагаю еще раз пройти тест, но уже вот этот. А вы попробуйте. Это 100%, он иностранный. Это какая-то странная странность вообще. Я в шоке. Ну, как это, как-то мужчина? Ефрейтор. Что? Одна полосочка! Ну вот видите, видите, я же говорил, что с дешевыми тестами такое может быть. Смешно, правда? Я вам ничего не рассказывал? Вы ничего не слышали? Ясно? Конечно. Ясно. Все. Мужчина, может, вы презервативы возьмете на будущее, а то вдруг проклятие еще действует. Яна, мы дома! А муж, он, наверное, с комом. Быстро прячься! Быстро! Давай в шкаф, господи, по классике. Яна, знакомься, граф. Граф Яна. Класс! Мне коллега по работе оставил, говорит, присмотри за собакой, а сам командировку умотал. Слушай, такая классная собака, смотри, сидит. Граф, лежать. Ты видала? Класс! Можно он у нас недельку поживет? Ты знаешь, я не была готова к этому. Давай ты с этой собакой у своего друга недельку-то и поживешь. Я, ну как можно? Это же самая умная собака в мире. Да? Видала? Граф? Да. Что там? А, там, наверное, кот пометил этот шкаф, и когда мы его, наверное, покупали. Да какой кот? Граф просто так ничего не делает. Я же говорю, умнейшая собака. Так что... Уберите, пожалуйста, собаку. А вот и нашелся кот, который шкаф пометил. Я так понимаю, тебя. Это мой этот... Любовник я ее. Я понял, что ты ее. Давайте поговорим с вами как взрослые люди. Пожалуйста. Давайте. Граф, поговори с ним, как взрослый человек. А, граф, молодца! Он орёт! Изверги! Человек вам ничего не сделал. О! Походу, граф у нас еще недельку поживет. Зачем? А вот твоя мама только что смс написала, что скоро приедет. Приезжайте, мама, мы вас очень ждем. Правда, граф? Молодца. Рыба, жареная рыба. Кто не пробовал рыбы, не знает вкус жизни. Слышь, кучерявый, почем рыба? Для вас абсолютно бесплатно. О-о-о. Пропавшая, что ли? Ой, ну зачем же обидные слова? 100% свежие. Я сегодня утром лично видел, как Аврашенька ее ловил.
Моя Сарочка ее пожарила днем, а вечером я ее продаю за сущие копейки. О, уже за копейки, а было бесплатно. Сама рыба бесплатна, да. Но мое время таки стоит денег. Если бы вы не задавали вот этих вот ваших вопросов, и вы бы уже пальчики облизывали, я бы шел дальше. А так, всего десяточка. О, десяточка, что, недорого, давай возьмем. А попробовать можно? Ну, конечно же, можно. Пятерочка. Ого! Да ладно, это все равно дешевле, чем семечки. Ладно. Ну. Вкусная рыба, вкусная, да. Ну? Дайте две. Отлично. 20 и 20 получается 40. Почему 20? Вы только что сказали 10. В цену 10 входил риск, что вам не понравится товар. А так вы уже приобретаете знакомый набор вкусов. Ладно, дай ему деньги. Отлично. Хорошо, вот держите. Здорово. Скажите, пожалуйста, вам куда ложить? В тарелочке. В тарелочке. Одна тарелочка 30 и 30. Сегодня скидка для вас 50. Подождите, вон в том кафе дают бесплатно тарелочки. Желание клиента для нас закон. Пожалуйста, можете идти в то кафе. Но я вам сказал, что мое время таки стоит денег. Вам будет дороже сбегать. Ладно, дай ему деньги. Повезло тебе, хорошо, что твоя Сарочка хорошо готовит. Держите. Ага. Спасибо, спасибо. Очень. Мне вот эту, да, позажаристее. Ага. Очень вкусная рыбка. Да-да-да-да-да. Очень. Вот возьмите, вот пожалуйста. Ага. Скажите, пожалуйста, вы будете кушать ручками или вы приобретете у меня вилочки? Я все понимаю с первого взгляда. Сегодня вилочки для вас будут в подарок. Слава богу! Если вы купите у меня вот эту вот маечку. Так, короче, я пошел в кафешку за вилочками. Ваше право. Но боюсь, что в той кафешке я выкупил все вилочки. Иначе бы у меня не было спроса вот на эти замечательные футболочки. Ну, что я могу вам сказать? За вашу трехкомнатную квартиру в центре города никто больше 25 тысяч не даст, поверьте мне. Но у меня есть замечательный участок в центре леса, всего в 60 километрах от города. Для вас это будет самый выгодный обмен. Офигеть, рыбки поели. Я тебе говорил, учись готовить. Саша, не будь поцом. Зохунвей, какая у вас мудрая женщина. Ну что, оформляем сделочку? Да хрен с ним, что хотите делайте. Рыба очень вкусная. Сарочка, молодец. Скальпель. Зажим. Что думаете, коллега? Знаете, коллега, я думаю, что можно еще вот здесь подправить. Вот здесь, да? Да, да. То есть и здесь, да? И, да. И вот здесь? Да, именно. Ну что, почему бы и нет? Давайте. А, да, и раз уж мы его уже вскрываем, может быть, и селезенку заодно заменим? Вы думаете? Ну, а чего нет? А действительно, а почему и нет? А где же мы донорскую возьмем? Да, ну если клиент нам доплатит, нам по большому блату, может быть, еще ее и привезут. Слушайте, мужики, а может, хороший же этот цирк валять, а? Давайте начинать операцию, у меня просто аппендицит. Послушай, шеф, я тоже к тебе на СТО приезжал, только масло поменять. А оказалось, что там и коробка, и рулевая тяга, и турбина, и наконечники. Две недели у тебя машина на подъемнике стоит. Ага, да, мой коллега рассказывал, сколько там вдруг поломалось. Так что я думаю, что как только мы вас разрежем, мы там найдем столько хронических болезней, что... Да, одним аппендицитом вы не отделаете. Конечно, тут капремонт нужен. Да не волнуйся ты, хозяин. Все будет чики-пыки. Мы же профессионалы. Профессионалы.
Послушайте, я вас очень прошу, не надо никакого капремонта. Да. Знаете что, вашу машину завтра, ну, максимум послезавтра вам привезут. И денег никаких не надо. Не надо? Не надо. У нас акция, забыл сказать. Акция? Да. Люблю акции. Да вы приляжьте, да? Расслабьтесь. Все сделаем. Да. Так сказать, баш на баш. Ага. Ну что ж, давайте, коллега, наркоз. Угу. То есть я уже могу не волноваться? Угу. Нужно быстрее его резать, а то там паспортистку из Аверы привезли. А я уже 3 недели паспорт сделать не могу. Слушай, ну давай тогда вообще разрезать не будем. С этим аппендицитом еще 1020 пробегает. Давай просто косметический шовчик. Давай. Я такой легенький сделал. Все. Отлично. Очень хорошо. Ну там ничего серьезного. Бомж с собакой не поделили крабовую палочку. Да, все. Во-первых, не менты, а копы. Что у вас опять переименовывают, да? Новая реформа, да? Очень смешно, Кабанов. Нет, это какой-то хулиган сделал. Ну, я думаю, не какой-то, а профессионал. Потому что сработано чисто. Комар носа не подточит. Такого фиг поймаешь. Да? Ну, почему же? Кое-что о нем все-таки известно. Как известно? Тут же чисто сработано, никаких отпечатков и орудия преступления отсюда не видно. Ну вот смотри, судя по наклонам почерка, ну? Человек левша. Ну-ну. Угу. Почерк неровный. Да. А значит, рука была явно травмирована. Резонно. Угу. Типичная ошибка в слове указывает на то, что человек был необразован. Весьма занимательное наблюдение, юноша. Не соблаговолите ли продолжить? Судя по расположению надписи, рост злоумышленника был 165-180 сантиметров. Фух, что-то ноги гудят прямо. О! И кроме того, доподлинно известно, что злоумышленник был в кроссовках, в спортивных штанах с 3 белыми полосками и с толстой золотой цепью. Ты ничего не докажешь, начальник? Как ты вообще это узнал? Мне по рации сообщили. Люди видели этого злоумышленника вот из этого дома. Так что, Кабанов, поздравляю. Добро пожаловать. Стопе. Имею право на 1 телефонный звонок. Имеешь. Алло, борзый, ну-ка подскочи-ка к этому, к парку, к кабанчикам. Ага, давай. Сейчас, 5 сек. Здорово! Вот он, подозреваемый. 180 сантиметров, кроссовки, 3 полоски, на штанах золотая цепь. Забирайте его. Внешнего сходства маловато. Так он же ж этот, безграмотный. Борзый, скажи, как козлы пишутся. Через О. О, слышите? Через А. Безграмотный. А это... А рука? Рука. Сломана. Левая. Обе. Так что поздравляю с раскрытием. Будут премировать. Вы как бы звоните, отпраздную. Счастливо оставаться. Кабанов! Кабанов! Не буду задерживать. Стойно! Кабанов! Стойно! На троих! Блин, да что ж такое? О! Долой простой! Долой простой! Таможня, отстой! Коррупция! Мы против коррупции! Так успокойтесь, успокойтесь! Вы что, не видите, здесь люди работают? Работают? Да я тут уже 2-ю неделю в очереди стою! Я уже забыл, что такое душ! Вот!
Послушайте, это ваши проблемы. Мы всех растамаживаем в порядке очереди. В порядке очереди? Угу. Хорошо. Я найду на вас управу. Я до самого президента дойду! Ой, идите куда хотите. Стой! Простой! Там вождя! Стой! Надо реально что-то с этими очередями делать. Так, смотри, это получается 700 фур. Так. В каждой фуре по два водителя. Ага. Это 1400 голов. Вот. Правильно. Ну так что, выручишь? Нет, и что, я подругу позову, Багировну. Я б сама бы справилась, но это ж без обеда работать придется. Так, значит, смотри, Скворцова. Значит, всю прибыль мы с тобой делим 50 на 50. Чего? Делим? Я, можно сказать, человека выручаю, а он собирается делить мои деньги. Ну ладно, ладно. Давай так, 60 на 40. Нет. Плюс партия лосин леопардовых. Вот знаешь, чем меня взять. Ладно, показывай, где там твоя очередь. Ну вот, выходишь и налево. Все понятно. Пойду рассосу очередь твою. Да что ж с этим столом-то такое, а? Да что ж такое-то? Я извиняюсь. А стучаться вас не учили? Извиняюсь. Малюха переигралась все. А можно очередь немного придержать? Вы что там все, дыма надышались? То придержи, то ускорь. Ну тут... Вот. У нас там со Скворцовой, походу, серьезно все. Хорошо, идите. Спасибо. Я еще на свадьбу приглашу. О! Отлично. Ну... На троих. Прямо в лонжеро. Как так можно было вообще, я не понимаю. Четыре машины во дворе поцарапала, а в пятую просто въехала. Кто тебя парковаться так учил? Я умею парковаться. Да я заметил. Давай, звони своему хахалю, у которого ты на эту машину насобирала. Пускай он привозит бабки. Я не могу. Мы с ним поссорились. Я гордая, я первая звонить не буду. Гордая ты? Да. А где ты бабки возьмешь, ты гордая? Может быть, как-нибудь договоримся? Фум. Как ты со мной договоришься? Мы же взрослые люди. Раздевайся. Чё, прям так сразу? Быстрее разденешься, быстрее отработаешь. Давай, давай. Ну? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Блин, сбился. Раз, два, три, четыре. Опа! Время! Дядь Паль! Да? А можно это, продолжить? Продлить? Да. Давай. Яна, еще раз эту машину. Я же почти отмыла. Ну и что? Пены больше! Больше пены, мокрого всего вот этого вот. Давай быстрее, работай! У нас там еще целая... Очередь в километр. Да, а долго мне еще? Ну, еще 1020. Руки на руле. Вот так. Ой, да пойми ты, Петренко, я действительно невеста. Я действительно выхожу замуж. Ну, отпусти ты меня. Сейчас я тебя отпущу, и ты сразу же помчись. На первую брачную ночь. Или нет, на это. На первый брачный час. Да я правду тебе говорю, настоящая свадьба. Гости, тамада, конкурсы. Фу, извращенцы. Что будете? На скорость презервативы надевать, а потом надувать? Это ж тебе не день милиции. Да. Опа, Скворцова. А что это? Хозяин свадебного салона решил продукцией рассчитаться? Так, невеста я. Свадьба у меня. А кто жених?
жених дальнобойщик. Вот дурак. Да нет, нормальный, приличный парень. Да? Да. А он знает, чем ты занимаешься? А как я, по-твоему, с ним познакомилась? Или я стояла в парке, у меня ветер волосы раздувал. Конечно, знает. Слушай, лейтенант, а может, ее это самое? Кто это самое? Фу. Слышь, тебя что, невесты заводят? Да не, ну то есть... Да короче, и о том, что свадебные традиции, Сань, нужно чтить. Понимаешь? Ну тебе деньги на зимнюю резину нужны? Да. Вот. Вот мы похитили невесту. Сейчас жених спокойно, с кунаками, приедет ее выкупать. Оп! Ну, это если, конечно, она настоящая невеста. Да настоящая! Звоните, сейчас приедет и выкупит. Ну, все-таки ты молодца. Я башка не только для того, чтобы волосы носить. Ладно, давай, короче, звони этому рогоносцу. А я пошел к полковнику схожу. Чего-то третий раз за сегодня вызывает. Ой. Передавай привет от Скворцовой. Ой, не передавай, я ж почти замужем. Звони. Ага. Диктуй. 097. 097. Ну что, Крыница, как все прошло? Ой, Саня, супер! Прикинь, они реально любят друг друга. Реально, Саня, они так смотрят. Я плакал, да я понял. Где выкуп? Выкуп. Опа! Вода. Это что такое? Это свидетель стриптиз танцевал. Знаешь? Вот какой оставил. Какой стриптиз? Хороший, с огоньком. Ну, как положено. За выкуп. Сын, ты что, не был на свадьбах? Это свадьба. Успокойся ты. Что? Деньги где? Деньги были. Я их потратил. Сань, вот честно, да у них тамада, вот это такой белорус с дизель-шоу, такой, не останови. Да вон с меня на мальчика взял, на девочку взял, на тещу там что-то взял, жениху на машину взял. Еще. О, Сань, с тебя 500 гривен, я им купил блендер, ну так надо, такая крылья, что, я куда, чего? Отдохни. Что? Чуть-чуть передохни. Да. Еще одного такого дебила найти, и можно кричать горько. Горько! 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 На троих! Ну? О, холодненько. Вы бы разделись перед тем, как загорать, а потом бы уже хлестали свое пиво. А смысл? Все равно потом облазить. Ну, следи за ребенком, я пошла купаться. Хорошо, дорогая. Ну, за выходной. За выходной. Пап, я хочу на горку. Ну ладно, хорошо, сейчас пойдем на горку. Без меня не пить. Пойдем, быстрее. Ну что, на чем остановились? Так. Ох, еще прохладно, да. За выходной. Пап, я хочу мороженое. Ну давай не сейчас, через пару минут, хорошо? Мама! Ну ладно, пойдем за мороженым. Не пеем без меня. Может, мы выпьем сегодня, а? Нагрелась уже. Будем пить горячим. Так лучше вставляет. Давай, за выходной. Да. Пап, давай в песочке поиграем. Ну давай, сыночек, в песочке поиграем. Пап, мне еще долго так торчать? А ты хочешь стать суперменом? Да! Ну тогда где-то еще минут 10. Саш, принеси полотенце! Пойду я, наверное, с твоей мамой в ихтиандра поиграю.